Друзья, если хотите связать что-нибудь мягкое, теплое, красивое и чтобы быстренько, тогда обязательно попробуйте нашу новинку Сэмми Лагроса от датского бренда Бисигарн. Именно ей мы посвятим наш сегодняшний обзор. История этой компании началась в 1972 году. Она представляет собой семейный бизнес. Секреты производства и трепетное отношение к своему делу здесь передаются из поколения в поколение. Основной принцип работы компании – это органические натуральные материалы для производства пряжи и экологичный подход к работе. Недаром большое количество артикулов пряжи у Бисигарн имеет сертификат соответствия GOTS, который получить очень непросто. Кстати, сертификат GOTS есть у нашей сегодняшней героини. А это значит, что при производстве пряжи не использовались агрессивные химические вещества, а животные выращены в условиях, близких к идеальным. Итак, Сэмми Лагроса. Чем же она хороша? Во-первых, объемом. Очень приятная на ощупь, пухлая ниточка практически не имеет ворса. Она совсем не колется, и обратите внимание, как роскошно пряжа выглядит в узорах. Кажется, она создана для аранов и коз. Сэмми Лагроса – это 100% органическая шерсть. В моточке 50 грамм 80 метров. Рекомендуемые спицы 4-4,5 мм. Что касается плотности, в квадрате 10 на 10 сантиметров, 24 ряда на 16 петель. Сэмми Лагроса достаточно объемная ниточка, она состоит из 6 хорошо скрученных между собой нитей. Так как Сэмми Лагроса полностью натуральная ниточка, она прекрасно поглощает излишнюю влагу и держит тепло. А это значит, в изделиях из Гроса вам точно будет не жарко, не холодно, а очень даже комфортно. Петельки в полотне из пряжи Сэмми Лагроса сразу ложатся ровно. После влажно-тепловой обработки они становятся практически идеальными. Это именно тот случай, когда ручная вязка сильно напоминает машинную. Мы рекомендуем вязать из пряжи Сэмми Лагроса на деревянных спицах, так как она легко скользит по поверхности инструмента. Но если вам ближе металл, вяжите ими. Производитель рекомендует спицы размером 4,5 мм. Переходим к любимой части всех вязальщиц – палитре. Ведь цвет этой пряжи будет перед вашими глазами довольно долгое время, пока вы будете вязать. Поэтому очень важно, какое настроение он сможет вам передать. У Сэмми Лагроса очень деликатные оттенки, они будто находятся в легкой дымке. Ее палитра создана для уютного, теплого настроения. Как некуда спешить, хочется расслабиться и любоваться. Сэмми Лагроса отлично подойдет для вязания уютных, теплых, базовых свитеров. Мы сейчас хотим показать вам несколько моделей. Например, вот такой кардиганчик, который связан из двух цветов Сэмми Лагроса. Расход от 10 мотков. И вот такой красивый свитерок, связанный регланом, от 10 моточков. Изделие из Бисигарн Сэмми Лагроса прослужит вам долго, если ему обеспечить качественный уход. Производитель рекомендует ручную стирку в теплой воде. Советуем использовать для стирки специальное натуральное мыло от Холивул с ланолином в составе. Из Бисигарн Сэмми Лагроса получаются очень красивые эффектные плечевые изделия, шапки и шарфы. Что касается расхода, на шапку вам будет достаточно 2 мотков. Снуд вы свяжете из 2 мотков тоже. На свитер 42-44 размера от 10 мотков Сэмми Лагроса. Сэмми Лагроса совсем недавно появилась в ассортименте Холивул и уже завоевала симпатии всех покупателей. У нее достаточно популярный метраж, она идеально подходит для вязания детских изделий. Поэтому, если вы искали надежную пухлую ниточку, которая не преподнесет никаких сюрпризов после влажно-тепловой обработки, послушно примет любые узоры и восхитит потрясающими оттенками, то вы ее нашли. Я очень советую вам попробовать Сэмми Лагроса в работе. Я уверена, друзья, что вам обязательно понравится. Друзья, надеюсь, вам понравился наш обзор. Задавайте свои вопросы в комментариях и ставьте лайки. Всем пока!